я хорошо отношусь к Олимпиаде, хорошо отношусь к спорту, но я согласен с тем, что я бы хотел, чтобы, конечно, деньги на Олимпиаду тратились чуть более рационально, или сильно более рационально, давайте так скажем. И мне, если вы слышали, я не помню точно, какая страна или какой город, проводили референдум либо опросы, и буквально несколько городов, либо один город отказались. Жители города решили, что не хотят проводить Олимпиаду у себя. С чем это связано? Может быть, и вот с этой шумихой, с этими оценками, которые делают и СМИ, и эксперты относительно Олимпиады, которую мы готовим. Но в целом спорт все равно мир. И все равно, если говорить об каком-то эффекте не экономическом, а эффекте настроения, наверняка Олимпиада прибавит нам оптимизма и какой-то, не знаю, задор.